Тверь присоединилась к всероссийской акции «Тест на ВИЧ». Каждый желающий мог пройти тестирование быстро и анонимно в самом центре областной столицы на улице Трехсвятской. Тему продолжит Наталья Чекет. Белый автомобиль с широкой красной лентой – это мобильный пункт тестирования. Здесь любой мог узнать свой ВИЧ-статус бесплатно, при этом оставаясь инкогнито. Специалисты центра предоставляют консультацию, рассказывают всю необходимую информацию о мерах профилактики. И что нам важно знать? Если человек знает пути передачи, он может себя защитить. ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое мы можем полностью контролировать до попадения в организм, как и после. Специалисты рекомендуют проверяться дважды в год. Процедура безболезненна и занимает в среднем 15 минут. Ведь выявить заболевание можно только путем обследования. Главное – не испугаться и прийти. Медицина сегодня далеко шагнула вперед, что позволяет обратившимся за помощью рассчитывать на полноценную жизнь. Мы говорим о именно ранней диагностике. Когда человек на ранних стадиях узнает свой ВИЧ-статус, у него есть шанс избежать вторичных заболеваний. То есть мы знаем, да, что вирус иммунодефицитного человека, он разрушает нашу иммунную систему. Да? И пока иммунная система не полностью разрушена, когда человек начинает принимать терапию, то есть он продлевает свою жизнь. В Тверской области ежегодно проходят акции для информирования населения о ВИЧ-инфекции, чтобы люди могли защититься от этой болезни. Ну, важно знать свой статус, чтобы, во-первых, вовремя начинать лечение, чтобы оно приносило плоды, чтобы жить как обычный человек. И важно, чтобы защитить окружающих. Далее мобильная бригада всероссийской акции направляется в Калужскую область. А в среду в Твери на торжественной церемонии закрытия подведут итоги и его ключевые события.